Ночью на проспекте энтузиастов экипаж сотрудников госавтоинспекции заметил автомобиль, виляющий по проезжей части. Полицейские подали водителю десятки сигнал об остановке. Однако тот проигнорировал законы и распоряжения инспекторов и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая аварийные ситуации. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, сотрудники организовали преследование за нарушителем. Напротив дома 65 по улице Новоастраханское шоссе водитель на автомобиле был задержан. За рулем находился подросток 2009 года рождения, который незаконно завладел данным автомобилем до момента поездки. Кроме того, у подростка имелись признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых и законных представителей он прошел освидетельствование, которое подтвердил данный факт. Восьмиклассник оказался на угнанной десятке не один. Компанию юному водителю составили ровесники, которые всячески поддерживали лихача и уверяли его, что все обойдется. По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.